Леонид Воробьев. Атака. А он на бруствере окопа ловил кузнечиков в ладонь. Не понимала вся Европа, как мог выдерживать огонь и выносить снега со стужей простой советский паренек. Его в окопе танк утюжил. Он уцелел и танк поджег. Казалось, все, остался пепел, жар пепла вынести нельзя. Поднялся он, врагам ответил, за ним в атаку шли друзья. Пощады подлым нет фашистов, за слезы братьев и сестер, за то, что дом у речки чистой был ими превращен в костер, за то, что нагло сапогами враг землю русскую топтал, мстил паренек. А меж боями ромашку каской прикрывал. Тогда вокруг олели маки, где он кузнечиков ловил. Он у Днепра погиб в атаке за то, что родину любил.